Ранок на сьомому продовжує свою роботу. Вітаємо ще одну гостю у нашій студії. А саме у нас тут перебуває Ольга Мунцян, бізнес-леді, тревел-блогер та майстер спорту України. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас вітати у нас у гостях. Будемо сьогодні говорити про подорожі різноманітні, бо ви в цьому експерт. Да. У вас є власний канал на YouTube, де можна побачити ваші, скажімо так, заохочуючі відео, я би сказала так. Як називається, де вас знайти? Канал називається Travel Porn. Найти його можна на YouTube, також можна знайти мене на Фейсбуці Ольга Мунцян, либо такий же аккаунт Ольга Мунцян в Інстаграмі. Ага. Вот. Так, ви вже побували в багатої кількості країн, так? Да. А чому обрали от цей напрямок? Який? Саме займатися подорожами. Мені завжди нравились путешествия, і ще будучи в школі маленькой, мої любимые предметы были география и английский язык. У меня было 12 баллов, я была лучшей ученицей по этим предметам. И мне всегда был интересен мир, интересны другие люди, другие культуры. Я всегда была очень любопытной. И я очень деятельный человек, и мне не интересно делать что-то просто так. Мне интересно рассказывать другим людям, быть полезной, помогать людям лишаться их страхов, например, относительно там, путешествия, там, языковой барьер, или боязнь летать и так далее. И мне кажется, я успешно это делаю. До речі, хочу зауважити, що ви подорожуєте самостійно, так. Тобто сама. Як ви взагалі вирішили, що треба подорожувати так самостійно, без підтримки? І чи було вам, може, страшно на перші початку? Перші рази, так. Ні, мені не було ніколи страшно. Це ж незнайома країна, ви одна. Ну і що, я завжди ізучаю перед тим, як їхати в якусь країну, і безпечність для мене на першому місці, звісно, як я дівчинка, путешествуюча одна. Мне никогда не было страшно. Более того, это способ ощутить свободу, когда вы не зависите от попутчиков, от их настроения, от того, что они хотят, чем они хотят заниматься. Потому что путешествие — это приключение, это есть всегда элемент какой-то спонтанности. Когда вы с кем-то, вы должны считаться, вы должны обсуждать и так далее. А самостоятельно вы можете вкусить, не знаю, жизнь в таком приключенческом формате. Скільки країн вже відвідали і які вас найбільше вразили? Ну, по списку официальному ООН я посетила 44 страны, во многих странах было больше, чем один раз. Какие 44 страны? Да. 44 країни, так, це дуже великий список. Какие страны меня поразили? Моя любимая страна – Италия. Чому? Она меня поражает своей красотой. Я эстет, я очень люблю красоту, красоту в архитектуре, в еде, то, как люди одеваются, как они разговаривают. Настолько меня впечатлила Италия, итальянский язык, что я в него влюбилась и вот начала изучать, уже 2 года учу. Уже можно разговаривать. Да, уже хорошо разговариваю на итальянском. Кроме того, я люблю Голландию. Это очень высокоразвитая страна с людьми. Вот, на мой взгляд, они где-то вот на ступени эволюции находятся чуть-чуть выше, чем мы. Настолько они высокоморальные, высокоинтеллектуальные, очень интересная страна, очень креативная. Кроме того, я люблю посещать далекие острова, и чем они дальше, тем они интереснее. Например, Сейшельские острова. Почему люблю именно острова? Из-за того, что они удалены, они изолированы от остальных стран, народов, и у них собственная культура, собственный быт, они варятся в своем соку, и вот очень интересные особенности менталитета вот этих стран, островков маленьких, удаленных. Это, скажем так, мой такой travel фетиш. Ви ведете, ну, крім того, що отримуєте задоволення від самих подорожей, ви ще і якось хочете допомогти, я так розумію, тим, хто відправляється також у подорож до якоїсь країни. Дуже багато зараз тревел-блогерів. Так, чим ви відрізняєтесь від інших? Ну, во-первых, я соло-путешественница. Я путешествую одна в достаточно далекие места, и я показываю другим девушкам, что не стоит бояться путешествий, путешествовать самой.
Тобто якісь правила безпеки говорити? Естественно, да. Я розказую о том, каких правил я придерживаюсь, путешествуя в другой стране, как себя вести, там, знакомлюсь с другими людьми, на что обращать внимание, чтобы быть в безопасности. Чем еще я отличаюсь? Я люблю выбирать такие незаезженные направления. Какие-то необычные, которых вы вряд ли даже, может быть, слышали. Например, вот последний мой выпуск на YouTube вышел о Мартинике. Мартиник — это заморская территория Франции. Это остров в Карибском море, очень красивый и интересный. Смешение культур произошло, а это всегда интересно. Там потомки африканских рабов смешались с колонизаторами, французами. И очень интересная культура, музыка, кухня, традиции, карнавалы очень красивые карибские. Об этом вот всем я рассказываю. Следующий выпуск будет о такой стране, как Доминика. Вряд ли вы о ней слышали, не путать с Доминиканой. Это бывшая британская колония, и это зеленый остров Кариб. Считается, что там нетронутая первозданная природа, которая десятки тысяч лет не менялась, вот как она была, и человеком она там не тронута. И там буду рассказывать о этих природных особенностях, и там находится самое большое кипящее озеро в мире, куда я совершила хайкинг через по руслу реки, там в горах, очень это все живописно и интересно. Вот. Скажите, у вас доволі такий великий опит, да, досвід з подорожі. Є якісь універсальні правила, які ви можете дати всім, хто хоче подорожувати, подорожувати? Я розумію, що все залежить від країни, так? Да. Але є щось таке універсальне, що ви можете порадити? Универсально, ну, я могу посоветовать использовать не отели, например, а дома или квартиры, как делаю я. Я не пользуюсь услугами турагентств, я все свои путешествия планирую самостоятельно, сама покупаю билеты. И Airbnb, наверное. Airbnb, использую ресурсы, также есть другие, там, vrbo.com или Holiday Rentals, KK. Когда вы живете в квартире или в доме, вы находитесь среди местного населения, а не среди туристов. Вы можете посмотреть, какая жизнь настоящая. Не жить за стенку с другими туристами, а жить с людьми, которые местные. Вы можете с ними познакомиться, выпить утром чашечку кофе, обсудить какие-то местные новости. Они наверняка посоветуют вам что-то интересное. Вполне возможно, вы даже не найдете это в Гугле. Вот, так как посоветует местный, никто не посоветует. И за те же самые деньги, за которые вы снимете отель, вы можете снять просторный дом, возможно, даже со своим садом или там даже с какими-то домашними животными. Например, когда я жила на Сейшелах, в частном доме у нас во дворе жило 3 гигантских черепахи, которые каждое утро приползали к нам, чтобы мы их покормили. Да, и это стоило в 2-3 раза дешевле, чем я бы снимала отель, и это была бы маленькая комната, а тут бы у нас был целый колониальный дом с черепахами во дворе. К примеру. Вот. І так в кожній країні. Отже, ви плануєте одну дуже велику подорож, наскільки мені відомо. Давайте про неї поговоримо. Сьогодні я, на самом деле, перший раз об этом розкажу, анонсирую. Я планую путешествие своєї жизни, не всей, но на даний момент. Я собираюсь совершить кругосветное путешествие самостоятельно. Вот. И исполнить свою такую детскую мечту. Я всегда мечтала посетить Океанию. Это самые отдаленные уголки нашей планеты. Там находится множество россыпь всяких красивых, интересных островков, куда мало кто попадает из нашей части света, потому что это очень далеко. И на самом деле, попав уже туда, так как это ровно другая часть нашей планеты, уже не без разницы возвращаться туда, или с какой стороны, в общем, облететь. И я решила, что это будет кругосветное путешествие. И об этом всем я буду рассказывать у себя на страничке в Инстаграме, на своем канале. Буду показывать что-то действительно очень необычное для наших культур. Там все очень сильно отличается, поэтому так меня и манит. Страны, которые я собираюсь посетить... Уже план разрубила, так? Не полностью. Я не люблю никогда полностью планировать путешествия, чтобы оставить какой-то элемент приключения. Когда заранее вы все знаете, это уже не очень интересно. Даже я в последнее время начала страны выбирать наугад. То есть я еду в страну, не знаю, что там будет. Специально не читаю ничего. Знаю только то, что там безопасно, и все. Больше хочу таким образом делать себе сюрприз, и вот у меня случается как приключение. Поэтому и то же самое в кругосветном путешествии. У меня есть только начальное
начальний план, а далі я от на волі случая. Отже, з якої країни почнемо? Начну я з країни ЮАР. Ага. Вот, я не посещала еще Африку, и мне показалась очень интересная эта страна. Кроме того, мне интересны очень социальные вещи, которые происходят в этих странах. И я хочу снять сюжет и рассказать. Я сейчас в Кейптауне про очень крупный кризис нехватки воды. Угу. Несмотря на то, что это развитая страна, и существует вот такая большая проблема, и что вдвойне интересно, говорят, что эта проблема возникла не потому, что иссякли источники, а потому что это, скажем, неправильные управленческие решения, принятые местной властью. И хочу вот раскрыть и показать и Кейптаун, и рассказать об этой проблеме, и угу. Мне кажется, это будет интересно. Да, дальше я собираюсь поехать в Японию, и после Японии уже хочу посетить мелкие острова Океании. Это Новая Каледония, Заморский департамент Франции, это французская Полинезия, наверняка все слышали о Бора-Бора. Угу. Хочу показать Бора-Бора не с той глянцевой стороны, которую все видели, а хочу показать, как живут обыкновенные люди, которые живут на Бора-Бора, местные. Угу. Чем они живут, какая их жизнь за пределами этих красивых отелей там і так далі. Я розумію, що враховуючи те, що ви відвідали вже багато країн, є багатий досвід, і було дуже багато всіяких пригод вас цікавих. Яка така найнесподіваніша була? Що найцікавіше, на вашу думку, якою би хотілося поділитися? Приємне або неприємне? Давайте приємно. Давайте приємно і неприємно. Ну, неприємно, це от у мене була ситуація в Домініці, от в цій країні, яка наступний буде випуск, коли я перший раз, у мене було небольшое ДТП на орендованій машині за границей. Угу. До цього ніколи зі мною це не случалось, і завжди я брала машину з повною страховкою. А в цій країні не буває повної страховки. Угу. Вот. І, к сожалению, я паркувалась на холмі, и машина покатилась назад, потому что она была не очень мощная, такая очень старая машина была. И я слегка дотронулась до машины, которая стояла сзади меня. Ну, как бы ничего такого, там царапина какая-то, как бы я не придала этому значению. Но, как оказалось, не все люди честные на Карибах, mm-hmm. и поэтому они решили, что они посчитали мне ремонт этого автомобиля, царапины, а машина была очень старая, лет 30, наверное, той машине, mm-hmm. которую я... Ну, там нету вообще новых машин, потому что там нет дорог, ну, практически. В общем, они мне посчитали сумму ремонта в 7-10 раз превышающую настоящую стоимость этого ремонта. Mm-hmm. И... автомобиля. Да. Вот, и так как мне надо было улетать через день, они воспользовались моей вот этой ситуацией безвыходной и заставили меня оплатить ремонт, который стоил на самом деле совсем других денег. Mm-hmm. Причем это страна, в которой 50% ВВП – это туризм. Mm-hmm. Это было вообще очень удивительно для меня. Mm-hmm. Ну, то есть это, ну, каждый турист для этой страны дорог, так как он привозит деньги в страну, и он формирует мнение об этой стране для других туристов. Вот, вот такая была неприятная ситуация. А наиприемнейшая история? Наприемнейшая? Тяжело сейчас так сразу вспомнить. Может, встречались какие-то дуже дивні люди, дуже приємні? Або відкривали для себе місця якісь, ну, дуже незвичайні, які порадили ті ж самі місцеві. Не могу сейчас так вспомнить. Ну, насправді, я... Много ситуацій, ну, прям виділити какую-то одну тяжело. Я знаю цей момент, коли тебе питають щось конкретне, і в тебе просто починають бігати мурахи дуже швидко, і ні до чого не можуть добігатися. Я потім спомню, коли вийду в вашу студію. Була ж така класна історія. Ну, взагалі, можна підписатися на ваш канал і побачити там і всі історії, так? Приємні, не дуже приємні, так, різні. І все ж таки, в мене ще одне питання є стосовно вашої майбутньої подорожі. Як до кругосвітних подорожей потрібно готуватися?
Ну, много факторов. Во-первых, нужно рассчитать сезонность того места, в которое вы едете, потому что если вы приедете в сезон дождей, будет с утра до ночи лить дождь, мало будет приятных впечатлений об этом месте. Во-первых, этот момент. Во-вторых, изучить эти страны на предмет прививок. Нужна ли дополнительно какая-то медицинская подготовка? И, соответственно, понимать, какие могут быть болезни, если там какие-то дикие страны, очень далекие, так, как правило, там какие-то другие болезни, у вас может быть, иммунитета к этим заболеваниям. То есть этот момент надо изучить. Особенно касается стран Африки, других стран в меньшей степени. Кроме того, я путешествую по таким редким направлениям, и там, как правило, сдается не очень много жилья. То есть заранее нужно присмотреть себе что-то и забронировать, так как есть вариант не попасть вообще в какое-то определенное направление. Что еще подготовка какая? Визы, естественно, визы заранее нужно все открыть. Вот это тоже занимает определенное количество времени и сил. Но сейчас я 3 визи одновременно открываю. Ну і, звичайно, познайомитись, наскільки я розумію, з правилами, тому що деякі правила в країнах ну, досить нелогічними, нам здаються, там, наприклад, не можна жувальну гумку так провозити з собою, або ходити у жовтому кольорі, я чула про таке. Да. Ну, це теж, напевно, да. треба знати. Да. Ну що ж, ми вам бажаємо гарної подорожі, обов'язково пропонуємо усім глядачам слідкувати за цими подорожами на вашій офіційній сторінці, на вашому офіційному каналі, і дійсно успіху і гарних вражень. Благодарю. Хорошого дня.